И всем привет, дорогие друзья, и это пятый день недельной рулетки. Чем дальше, тем круче, я вас реально уверяю. Сегодня я просто охерел как никогда. Кстати, если ты до сих пор еще без машины, то по первой ссылке в описании я разыгрываю аж два автомобиля. А одна из этих малышек может стать твоей. Также я тебя приглашаю играть со мной на Grand RP первый сервер. В описании ты найдешь ссылочку, по которой ты при регистрации гарантированно получишь 250 000 долларов и мегавипку на 7 дней. Ну а если ты находишься уже в игре, то через телефон, подарки, введи промокод ИГРАД и также получишь эти плюшки. Ну а мы с вами начинаем, поехали! Ох, друзья, не знаю, что нас ждет сегодня, потому что я хочу проверить одну темку. Возможно ли 6000 доната выбить какую-нибудь легенду или вообще окупиться? Потому что предыдущий ролик был охуенный. Кто его не смотрел, обязательно посмотрите. Вот сейчас я вам покажу, что у меня в донат-хранилище. Три легенды. Плюс легенду одну оставил я себе. Вот эти циферки мне, конечно, не нравятся. Надеюсь, это какой-то баг. Многие писали то, что они, да, они так и стоят. Ну, а смысл то, что, ну, это же легенда. Она должна стоить хотя бы десятку, как минимум. Этот Мерседес, который редкий, он стоит 6200, который мы сейчас и продадим. Ну, давай, братишка. Надеюсь, я тебя продал не зря. И мы, друзья, будем открывать, наверное, по 3 штучки. Давайте быстро открытие сделаем. 3 штучки. 250, 25, 25. И да, друзья, если вы еще лайк не прожали, если вы еще не подписались на этот замечательный канал, обязательно сделайте это. Потому что видите, что происходит. Что происходит на этом канале. Чудеса. Чудеса творятся. В прямом эфире читайте для вас. Так, быстро убираем, крутим. 3, 3, 3, 3, 25, 25. Пустая полностью. Блядь, 4 тройки не дают. Слушай, если сейчас ничего не выпадет, этот ролик вы, наверное, даже и не увидите. Смысл выкладывать, если мне ничего вот не падает. Так, 682, 555, неплохо. 3 автомобиля есть, держимся немножечко на плаву. 625, мало, мало. 3000 доната остается, 25, 80 и 80. Немножечко я уже расстраиваюсь. Но, конечно, после такого, что мне вот выпадало... Продал Мерседес за 6000 доната. Вот он, кстати, да. И ничего не падает. 25, 25, 100 рублей донаты. Еще два открытия, скорее всего. А может даже и одно. Два. Хватает, хватает. Последняя, ребят, последняя. Раз, два, три, поехали. Что? Ролик убыть? Ролик выйдет на канале, пацаны, 17865 доната стоит, и это Бугатти, которой у меня еще не было, блядь, донат, инвентарь, тебя положим, тачка за 682 и 80 рублей доната, вы можете в это поверить, то что, считай, на последнем открытии мне выпала тачка легендарная, значит, 6000 доната можно смело поднять сверху еще 10, а то и больше тысяч донатов. Если вы играете на Grand RP, то вы можете подняться, вы можете это сделать. Но сейчас, конечно, я, наверное, заберу деньги, которые стоят 25. Но ловите на ус, главное не сдаваться, главное верить в это до последнего. Давай, 25 и еще фастом открываем. Поп, 80. Все. Все, нету. Заходим в донат-хранилище, и тут у меня только одни легенды. Только одни легендочки. Так, продать? Какой продать? Это легендарный автомобиль. Мы его, конечно же, забираем. Мы сейчас будем смотреть, что он вообще из себя представляет. Давай вместо вот этой тачки, вместо этого Мерседеса, мы сейчас поставим рядышком с легендой еще одну легендочку. Выставить другую тачку и выставляем... Ля, какая она низенькая. Ля, кабан даже выше ее. Ну, госка лямов 25. Ну, я вот просто надеюсь, что хотя бы 25 есть. 40 миллионов! Это самая дорогая машина, которая мне выпадала, блядь. 40 лямов. Вы представляете, какая на нее страховка? Ебануться. Ебануться. Ты ж моя радость. Надо прокатиться. Ну, вот так вот аккуратненько мы подъезжаем на светофорчик. Сланча! Сланча просто. Хуяк! И бешеное ускорение. Уже 200.
300 будет прям тут в городских условиях. 300 есть в городских условиях, ну не зря. И тормоза хорошие. В городских условиях дает 300. Просто. Ну сколько там метров было? Там очень малое было расстояние, она уже дает 300. Так, сейчас телепортируемся на трассу и посмотрим, как она едет там. Ну что, малышка? Вот там вроде тоже поехала эта хуйня. Сейчас мы ее попытаемся догнать. В стоке 340 уже, блядь. Уже просто 340. 370. Это, я тебе говорю, это сам... 400, блядь, есть. А что, 500 будет, блядь? Мотоциклист отсосал. Просто отсосал. Блядь, она не поворачивает. Она просто не поворачивает. 450 будет. Я думаю, будет. 450 есть, блядь. Она просто не поворачивает. Вот, я его догнал. Я его догнал. Так, надо развернуться. Очень аккуратно. Не поцарапав эту ласточку. И делаем еще один замер. В обратную сторону, с горочки. Мотоциклист только вот меня догнал. Вот только доехал. А мы уже едем обратно. Ебать. Вы просто посмотрите на этот спидометр. Он сейчас сломается, нахуй. Он сейчас зависнет, блядь, от такой скоростухи. Блядь, это самая быстрая тачка, которую я выбивал с рулетки. Она самая пиздатая. Ну давай, сделай что-нибудь такое, от чего я сейчас охуею. 460 там, 469 вроде было. Блять, горочка, горочка, хорошо, идем с горочки. Можно, можно, можно что-то дать, можно. Блять, зависло нахуй, текстуры не прогрузились. Конечно, такая скорость бешеная. Но она 470, 470 было. А если поставить на нее красные детальки... Как вы думаете, как она будет ехать? Мне кажется, она будет ехать просто охуенно. И это, скорее всего, будет в следующем видеоролике. Я, наверное, поставлю красные детальки, затюню ее полностью и посмотрим, сколько эта ласточка будет ехать. Ну а вас я, друзья, попрошу прожать жирный лайкосик, потому что, ну реально, подняться с 6000 это бывает очень-очень редко. Ну и стрельнуло, повезло, фортуна сегодня на моей стороне. Всем огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь, увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.